відкриваю спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого спеціального ефіру доєднується Дам'єн Магру. Він є прес-секретарем Інтернаціонального легіону захисту України. Дам'єн, здравствуйте, слышите ли нас? Да, слушаю. Ну, качество не из самых лучших, но я хочу вас сначала, может быть, поправить по названию нашей организации. Это на русском или на украинском называется Интернациональный легион обороны Украины. Обороны, окей. Я думаю, зрозумів. Да, защита как-то через двойной перевод туда пришел. Зрозумів. Ну, тобто, пресс-секретарь Интернационального легиона обороны Украины. Я хотел вас вот о чем спросить. Несколько дней назад, сообщалось о том, что Интернациональный легион вошел в Северодонецк, и вот с этого в том числе началось контрнаступление украинских войск там непосредственно в Северодонецке. Я, разумеется, не буду больше спрашивать вас о том, где еще Интернациональный легион задействован, да, но это официальная информация. Вот владеете ли вы информацией о том, что там сейчас происходит именно в Северодонецке? Я не владею никакой оперативной информацией больше, чем то, что в открытом доступе. Но да, я знаю, что нашлось уже подтверждение о том, что наши легионеры там находятся и принимают участие в боевых действиях в Северодонецке. В остальном я, как вы и сами сказали, я не могу подтверждать или отрицать, на каких локациях наши подразделения Интернационального легиона принимают участие. Ну вот, по поводу Северодонецка абсолютно правильно, что это уже подтвердилось. Ну вот да, мы можем констатировать сейчас, что, к сожалению, внимание по поводу войны, ну то есть интерес по поводу того, что происходит в Украине, он уменьшается. Мы у нас уже 104-й день, да, нашей войны. И скажите, стало ли из-за этого сложнее рекрутировать людей в Интернациональный легион? Я помню интервью, которое вы давали в самом начале. Вы говорили о том, что большинство участников Интернационального легиона – это американцы, британцы, поляки, люди из стран Балтии, канадцы. Ну и говорили также о том, что норвежцы, ну в смысле как раз ваши соотечественники есть. Вот в связи с тем, что интерес к войне падает, просто потому что она уже долго продолжается, стало ли это проблемой? Ну, я бы это не называл проблемой, только, да, по реальности нужно же смириться с тем, что, во-первых, есть ограниченный круг для нас потенциальных кандидатов, которые имеют уже боевой опыт, да, и те, которые могли и заинтересовались в том, чтобы приехать в Украину воевать, я думаю, большинство из них это уже рассматривали в начале войны, и по логичным причинам тогда, тем дольше это все затянется, тем меньше остается из круга наших потенциальных кандидатов, которые могли бы приехать. И, соответственно, да, безусловно, мы видим на протяжении последнего месяца, последних 6 недель, может быть, что поток приезжающих волонтеров, которые хотят записаться, немножко уменьшается со временем. Но я бы это не называл проблемой, во-первых, потому что у нас, скажем так, формировались уже подразделения в начале войны, и из них еще остается большая часть легионеров, и во-вторых, потому что характер задания, без того, как я, конечно, смогу прокомментировать в подробностях, но характер задач, которые поставлены нашим легионерам, чуть-чуть тоже изменилось на протяжении войны. И я бы не сказал, что для нас сейчас первый приоритет — это действительно привлекать к себе еще очень большое количество бойцов. Так что это я бы это не называл проблемой, но да, безусловно, уменьшается поток со временем. А какие требования предъявляются к бойцам, да, которые хотят присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины?
кроме все требования, которые применяются для кандидатов на военную службу в целом, то есть тоже к украинцам, это соответствие с рядом критерий медицинского характера, психологического характера и так далее. Это применяется ко всем военнослужащим. Кроме этих критерий, у нас основной критерий это в том, что иностранные волонтеры, которые хотят присоединиться к нам, должны иметь боевой опыт. Потому что мы не считаем правильным или разумным сейчас тратить очень много энергии и сил на то, чтобы обучать людей без боевого опыта, потому что это занимает и много времени, и много энергии. И наш приоритет на протяжении последних 3 месяцев это было и до сих пор есть, скажем так, принимать готовых бойцов, которых можно дислокировать и отправить на фронт как возможно быстрее, потому что требования в ВСУ, они существуют на сейчас, мы даже не знаем, если через 3 месяца, которые, плюс-минус время подготовки в мирных обстановках, мы не знаем через 3 месяца, будет ли еще война вообще. Поэтому наш приоритет это действительно принимать к себе иностранцев, бойцев уже с опытом, которые быстро могут формироваться в подразделения и быстро могут дислокироваться. И этот приоритет у нас остается. Поэтому, да, это до сих пор наш главный критерий. Ну, мы все надеемся, что через 3 месяца войны уже не будет, но там уже надо будет смотреть, что будет, как будут разворачиваться события. Я уверен, что вы точно знаете о том, как бесится российская пропаганда как раз по поводу Интернационального легиона, как используют его в своих сюжетах, да, про западных наемников и так далее. Вот появилась эта новость о том, что Следственный комитет Российской Федерации изучит Бена Гранта, его участие, значит, это такой сын британского парламентария Хелен Грант, в общем, его участие в боевых действиях в Украине. Как вас это мотивирует? Что вы думаете по поводу того, как российские пропагандоны разгоняют вот эту информацию про западных наемников? Мне кажется, если честно, да, конечно, я знаю про все эти пропаганды, про все эти методы. То, что немножко смешно, мне кажется, что российские пропагандисты себя нарисовали именно в тупик, потому что, с одной стороны, они хотят сказать, что наши легионеры – это наемники, да, а с другой стороны, они потихоньку понимают, что у нас финансовые условия не лучше, чем у украинских военнослужащих, и это довольно легко доказывать. И поэтому их пропаганда насчет этого термина наемников, мне кажется, со временем будет, наверное, изменяться немножко. Но посмотрим, что оттуда приходит. Мы же все знаем, что нельзя ожидать слишком много от российских пропагандистов, но для их даже эффективности, мне кажется, что им нужно изменить немножко свои термины. Да, я конечно, вижу, что возбуждаются там различные уголовные процедуры против наших легионеров и тех, кто, к сожалению, сейчас находится в плену. Я, к сожалению, не могу прокомментировать или называть имен, но что в ДНР сейчас готовится уголовное дело против иностранцев, которые мы утверждаем покрываются положениями Женевской конвенции по статусу бойцов.
которые должны были быть защищены Женевской конвенцией, поэтому не должны их участие в боевых действиях привести к уголовной ответственности. Это тоже тема для этого гранта, которого вы упоминали. Я не слышал эти сообщения про Следственный комитет Российской Федерации. Мне интересно было бы, на какое основание они хотят к нему возбуждать уголовное расследование, и на какое основание они считают, что у них вообще есть подсудность, это другой вопрос. Как вы, может быть, знаете, я сам юрист, мне эти вопросы гуманитарного права довольно интересны. Я не вижу, какое основание они бы утвердили, что у них есть подсудность в деле, ну, в расследовании дела, которые, если что, проводятся на территории Украины, ну, посмотрим, что они на этот счет придумают, понимая, что это все равно с юридической точки зрения это только шутка. Это вообще не относится к реальности международного права, либо уголовного права, как даже в России оно должно быть в теории. А так тот факт, что российские госорганы там творятся, придумывают какие-то политически мотивированные преследования против наших легионеров, это ничего нового. Так что... Вы знаете, ну, есть на самом деле открытая информация по поводу того, против кого, значит, в так называемой ДНР собираются устроить, с участием кого собираются устроить судебный процесс. Называют двух британцев, Шона Пинера и Эндрю Хилла. Про них писали в том числе в британской прессе. Их захватили в Мариуполе, также вот эти так называемые власти, так называемой Донецкой Народной Республики утверждают, что они не будут их обменивать. Известно ли вам что-то о процессе, вот как раз есть ли какие-то действия по поводу того, чтобы обменять этих двух британцев, которые сейчас находятся в плену? Я, к сожалению, не могу прокомментировать индивидуальный случай вообще. Я в общем, в целом, буду повторять то, что мы уже говорим с начала войны, что все наши легионеры заключают контракт с вооруженными силами Украины и на это основании считаются членами вооруженных сил одной из сторон конфликта и, соответственно, по Третьей Женевской конвенции должны считаться законными бойцами и к ним нужно относиться как к пленным, если попадут в плен. У меня по индивидуальным случаям, к сожалению, нет комментариев. Я понял. Скажите, а вот что вы за это время, да, ну мы уже имеем 104-й день войны, что вы узнали про противника, ну то есть что вы узнали про российскую армию, какие такие, может быть, главные выводы вы для себя сделали? В целом про российскую армию. Ну вот как раз с теми, с кем нам приходится иметь дело здесь непосредственно на территории Украины, да? Ну, я могу сказать так, что последние 3 месяца показали, насколько военная доктрина Советского Союза устарена, неэффективна и в нашу пользу в этом настоящей ситуации, что есть смысл, и это с военной точки зрения, мне кажется, уже доказано, что стремление украинской армии адаптироваться к стандартам НАТО с соответствующим, скажем так, изменением в менталитете офицерного склада, это годится на поле боя. Мы это видим по реактивности наших офицеров в сравнении с российскими офицерами. И что в целом у российской армии, наоборот, есть такая структуральная проблема, что они еще живут в Советском Союзе в голове. Это первое, что я бы замекал. Второе, что я бы сказал, что очевидно,
что у российской армии было недостаточно подготовки, логистической в первую очередь, ну и ментальной тоже. Они в плане техники сейчас в больших трудностях, и техника, скажем так, объемная, да, они вывезли из вкладов такие танки из 60-х, 70-х годов, но тоже в плане личного оборудования солдатов, они, мне кажется, довольно очевидно, не ожидали такую длительную войну, и поэтому не подготовились соответственно. Получается такая ситуация, что на поле боя российская армия сейчас не только демотивирована, и, ну, если я бы был солдатом в российской армии, если честно, у меня тоже не было бы мотивации, там, непонятно для них, зачем они вообще там воюют, для чего это никому не нужно, но даже несмотря на эти факторы, чисто с точки зрения логистики, с точки зрения внутренней коммуникации, организации, взаимодействия между подразделениями, взаимодействия между официально российской армией и так называемыми народными милициями, так называемыми ДНР и ЛНР, это все огромная каша у них. И поэтому у них ничего пока мало что получается. И поэтому, я бы сказал, развитие событий в ближайшие недели тоже к нам будут в пользу. Слушайте, ну это да, это действительно хорошая для нас новость, что у них ничего не получается. Есть еще один момент, который вот, ну, многие отмечают, и мне кажется, что представители цивилизованного Запада, да, и Европы, и Америки, что вот их должно это удивлять, это как раз тот момент, что россияне, да, Россия вообще не ценит жизни. Ну и если мы можем понять, что они не ценят жизни наши, да, ну в смысле они убивают цивильных, и неважно кого, женщин, детей, стариков, ну то есть для них это не имеет значения, но кажется, должно шокировать то, что они совершенно не ценят жизни своих солдат, да, то есть мы видим там сумасшедшие потери с их стороны, вот. Стало ли это для вас удивлением? И как вам кажется, чем это можно объяснить? Это абсолютно для меня не является удивлением. Почему? Потому что нам история России научает, что российской элите пофиг на свой народ. И это не новость, да? Это и есть на протяжении нескольких веков. Так что тот факт, что высшему военному и политическому начальству Российской Федерации не так важно, настолько высокие их потери личного состава, это не должно удивлять никого. И в любом случае, мне это не удивило. Потом, как они относятся к своей армии в целом, я в целом сторонник того, чтобы сказать, что армия будет наиболее эффективна, наиболее, скажем так, вероятно победить, тем лучше относится к личному составу, тем больше боевой дух, как сказать, поддерживается со стороны офицерного штаба. А тот факт, что в российской армии полное отсутствие этих факторов. И я бы сказал, довольно шокирующее безразличие к судьбе их военнослужащих, я думаю, что это большая причина для низкого морального или боевого духа у российских солдатов. И мне это не удивляет, но, может быть, тоже их командирам нужно было бы научиться, что тем лучше эта ситуация у солдатов, тем лучше тоже перспектива на поле боя.
Я еще тогда задам напоследок такой личный вопрос. Как лично вы изменились во время этой войны? Я знаю, что вы, да, работали, вы уже об этом говорили, в международной юридической компании «Астерс». Ну, то есть вы были юристом, жили в Киеве, и вот сейчас вы пресс-секретарь Интернационального легиона обороны Украины. Что это для вас поменяло? Ну, это, конечно, полностью изменение моей жизни. Ну, собственно, как это говорится, голову на ноги поставили. Но я это никак не сожалею. Это абсолютно было правильное решение. Я думаю, безусловно, что после победы вернусь к своей прежней гражданской жизни. Но для меня, конечно, это изменило многие взгляды. Это мне научало очень много про военную службу, про вообще военную технику, и менталитет, и доктрину, и так далее. Что, конечно, ну, очень ценный опыт. Я продолжаю, буду продолжать служить до победы. И до этого времени, я думаю, скажем так, что эти опыты для меня открыли много новых перспектив, в том числе настолько это ценно иметь с собой товарища вокруг, которым можно доверять до конца и со своей жизни. Это для человека, как я, который до войны был совсем гражданским, никогда не служил, это для меня было большое открытие, и это со мной остается навсегда. Так что я очень, ну, и оптимистичен на будущее, на перспективы наши в военных действиях, ну и оптимистичен для будущего Украины после победы. Дамьен, спасибо вам большое за этот разговор. Дамьен Магру, прес-секретар Інтернаціонального легіону оборони України, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.